Добрый день, дорогие друзья! Когда за окном гроза, так и хочется посидеть с книгой. Старая добрая русская классика. А не сделать ли мне для нее полку в виде молнии? Нашу полку мы будем делать из бурого гофрокартона, который легко получить из старой упаковки или коробки. Формой нашей полки является молния в грозу. Впереди нас ждет кропотливая работа, потому что таких заготовок нам понадобится 30 штук. Ну вот, все детали готовы. 5 из них мы склеим между собой, это будет основанием нашей полки. А в остальных проделаем пазы для книг. Теперь бы это неплохо придавить чем-нибудь тяжелым. Русская классика – это весомо. Пока предыдущие слои сохнут, нам нужно вырезать пазы для книг. Не замахнуться ли нам с вами на льва нашего, Николаевича? Вырезано, высохло. Соединяем конструкцию воедино. Чтобы полка больше была похожа на молнию, покрасим ее. Итак, друзья, пускай эта молния и ее содержимое освещает все вокруг светом знаний.